Ребята, всем привет! Всем привет, друзья! Лиза профессиональный педагог по вокалу, и она учит меня петь. Мы вместе с Лизой, да, мы вместе с Лизой исполняем песню Дани Милохиной и Эпо Соло. Соло! Мои мысли на дне, а не соло. Все ушли одни, надо соло. Ты делаешь так, а я руками делаю так. И ты подтягиваешься. Вот. My life, не беги, будто соло. И пьяный, и норы, не со мной. Лиза, ты не хочешь выйти за меня замуж? Конечно, хочу, Алексей. Ребята, всем привет. Всем привет, друзья. Это Лиза. Это Алексей. Спасибо. Вот здесь вот наши инстаграмы. Мой и Лизин. Да. Ребята, я напоминаю, сегодня у нас вторая серия. Напомню нам. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вам, всем нам, сюжетную линию. Лиза профессиональный педагог по вокалу. И она учит меня петь. Мы так вместе услышалось. С Лизой. Да. Мы вместе с Лизой исполняем песню Дани Милохиной из Эпо Соло. Соло. Так что, ребята, погнали! Погнали! Сегодня у нас второе занятие. Лиза, что мы делаем? Слушай, ну сейчас посмотрим, что мы делаем. Что ты еще не делал? Блин, мы, короче, продумали сцену, как должны мы будем выступать. Я выучил текст. Наконец-то я выучил текст. Мы сегодня проверим. Вот. У тебя цепь такая огромная? У меня огромная цепь, как у очень богатых. Мне кажется, если продать эту цепь, можно будет рассчитаться со всеми долгами. Со всеми госдолгами. Да, всё, и накормить целую штуку. Кошечек, собачек. Да. О, у тебя кубик Рубика? Да, ты умеешь его там? Давай сделаем так. Если ты соберешь этот кубик Рубика... Нет, всё, сегодня... я не смогу его собрать. Я его никогда не собирал. Этот кубик для меня откуда просто... Подожди, откуда он у тебя? Мне его подарил кто-то, я не помню кто, на Новый год. Ты ни разу не пытался его собрать? Нет. Максимум, что у меня получалось, это развал вот этих кубиков. То есть они развалились. Максимум, что получалось у Алексея, это развал. Да ладно. Занимаешься спортом, Алексей? Нет, я не занимаюсь спортом. Ну, иногда. Слушай, мне Юля сказала то, что ты изучала. Подожди, смотрите, он берет прямо вам в глаза. Он сказал в начале первой серии, что мы катались на лыжах. Но лыжи это не считается. Как это не считается, блин, Алексей? Лыжи это спорт. А ты не имела в виду просто, когда я качаю мышцы? Да. Ну ладно. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Я уберу. Алексей, да ты можешь это в окно просто вот так вот взять и выкинуть? Да, конечно. Алексей, а ты знаешь, как называется? Эта штука называется... Я ее просто штукой называю. Это, мне кажется, достаточно. Ребята, если вы знаете, как называется... Пишите в комментах. Пишите в комментах, да. И мы поставим вам лайкосик. Вообще это называется... Что? Блин, Лиза, у нас на самом деле 0+, поэтому нельзя ругаться. Нельзя, да? Пипитер нельзя говорить слово. Нет. Лиза, выйди, все, до свидания. Вот мне учат, мы не знаем. Слушай, мне Юля сказала, что ты занималась какими-то единоборствами. Я не понял, каким именно, но она сказала, что у тебя это было. Это правда? Да, это правда. Я занималась вольной борьбой. Господи, боже мой. Слушай, я думаю, если мы пойдем с тобой на свидание, мне будет вообще... Я буду просто в безопасности. Ну, вполне возможно, что и нет, ведь я занималась Блин. Борьбой, и, возможно, я придется тебя побороть какой-то. А мне это за что? Ну, повод всегда может найти. Ладно. А
Lip roll. Это что такое? А ты знаешь английский? Я немножко знаю английский, ну типа там... I love you. Hello, да. Ок. А, кстати, ты узнал, что такое K-O? Да, K-O. Потому что мы на прошлом занятии хотели написать Дани Милохину. Я думаю, что сегодня, ребята, сегодня в конце урока мы узнаем, что такое K-O. Ты должна была написать, или я? А мы так не договорились. Но сегодня в конце урока, друзья, я обещаю вам. Блин, ребята, мы на самом деле лоханулись. Я на самом деле понадеялся на Лизу, а Лиза понадеялась на меня. В чем проблема? Мы прямо в середине урока загуглим, что это такое. У меня проблема прямо слили на тебя. Да, ничего страшного, у меня иммунитет. Мне кажется, если я это упражнение делаю, то у меня губы будут как вот такие. Нет, ну что. Ну, я себе не закачивала себе губы, ничего. Почему ты спрашиваешь? Почему он спрашивает? Ну, потому что у тебя такие прям... Я надеюсь, ты не закачивала. А, блин, такой девушке нельзя говорить, ладно. Не, у меня все свое. Натурально. Я пою, хорошо пою. Шикарно. Я тебе, правда, единственное, не верю. Блин, ладно, тогда я от души буду петь. Сделай от души, давай. Я пою, хорошо пою. Кто считает сейчас, что Алексей Малянов хорошо поет? Да, можете написать об этом в комментах. А самым хорошим комментом мы поставим лайкосики. А плохим комментом мы сделаем... Короче, мы всем комментам поставим лайкосики. Я пою, хорошо пою. О, боже мой! Блин, сейчас Лиза просто протечет сквозь этот пол. Мы это вырежем, ладно? Да, мы вырежем. Спасибо. Ага. Смотри. Вы нас тоже, надеюсь, похлопали. Да. Не закидали нас шапками? Знаешь, профессорское дыхание. Я знаю то, что оно... Надо дышать как можно глубже, чтобы проникал воздух в легкие. И потом я его буду выдыхать наружу. Совершенно верно, Алексей. До свидания. Совершенно верно. Точнее, я не знаю, кто может сказать точнее. Да. На Википедии занесем, как правильно. Да, мы перепишем все. Википедию. Да, мы хорошо. Перепишем. Лащелка. Жу-жу-жу-жу-жу. Нет, жу-жу-жу, это... Это не то, я понял, это из литой песни. Из одной песни. Давай я тебе по спине постучу. Я боюсь, что я тогда точно не выйду. Я не выкину тебя в окно. Я буду очень нежно и плавно, аккуратненько. Ты мой учитель, ты мой кумир, ты мой сенсей. Я твой преданный ученик. Мы не делаем, кстати, ребята, рекламу, но если вы хотите разместить свой бренд, то обращайтесь. Может быть, на мне или на Алексее. Ну, на тебе как бы нежелательно. Почему? Я с удовольствием надела бы на себя какой-нибудь бренд. Как Пепси. Ой, блин, что я сказал? Ну это я тоже вырежу. Да, он это вырежет. Он вообще вырежет. Да я вообще все вырежу. Он все и всех вырежет. Да. Слушай, ты видела фильм сейчас в прокате? Это не реклама. Сейчас в прокате идет фильм Uncharted на картах не значится с Томом Холландом. Видела его? Не видела. В смысле, ты его не видела? А я его тоже не видел. А вы его видели? Блин, а я хочу на него глядь. Я так хочу на него сходить. А ты хочешь? Нет, подожди, а про что? Я не знаю, но я видел рекламу, она очень крутая была. И что было в рекламе? Там мужик бегал по джунглям и всякое такое, прыгал. Ага. Ну, звучит, конечно, завораживает. Очень завораживает. Я думаю, что единственное... Ты не хочешь мне купить билет в кинотеатр? Ну, обычно девушки покупают билет парням. Если я не прав, пишите в комментах. Так и есть, конечно. Вот, спасибо, Лиза, огромное. Конечно, тогда, Леша, пожалуйста, есть... прямо в самый дорогущий билет где-нибудь. Конечно, где-нибудь, Леша. На больших креслах, где обычно двойное кресло для одного человека. Да, я куплю только себе. Спасибо билет. Большое. Да, только мне. Потому что, скорее всего, если я куплю такой билет, то... То тебя не пустят. Да, мне... Потому что этот фильм не для мне просто придется есть гречку в следующие 2 недели. Но это в лучшем случае. Конечно, Лешенька, я куплю тебе. О, спасибо огромное, Лизонька. Ты лучшая. Ты лучшая команда. Дай 5. Ведь мы заравноправили. Все, подписывайтесь на Лиду, ссылка будет в Инстаграме и на мой тоже. Да, спасибо огромное. Да, подписывайтесь. Так, только не отписывайтесь. Ну что?
Только, пожалуйста, молчи и ничего не говори. Мне очень трудно, но я... А ты можешь вот сюда встать? А может быть, ты вообще не попадаешь? Я не знаю. Не знаю, вероятно. Посмотрим. Короче, я видел выступление Дани Милохина и Жени, где они катались на льду. И в конце... Только, пожалуйста, ничего не говори. И в конце у них был поцелуй. Только тихо, ничего не говори. Я бы хотел предложить это сделать в нашем танце, в нашей хореографической постановке. Он будет вот сюда, в щеку. Ага. И со стороны будет казаться, как будто мы целуемся в губы. А свет сделает все остальное. Что ты скажешь по этому поводу? Я не знаю, мне нужно подумать или все. Хорошо. Мне нужно подумать или все. Это такой все серьезный шаг. Да. Серьезный шаг. Но если это нужно для искусства, то я согласна. Ты согласна? Если это нужно для художественного образа Алексея. У нас 0+, и мы профессионалы. А ты не хочешь сейчас попробовать? Прямо сейчас? Я могу поставить хореографически офигенный классный поцелуй. Я уже просто вижу, как эта штука работает. О, подождите. Тут такая интимная обстановка, поэтому да, я всегда это, такой... Да, Алексей, это не помешает. Это не никогда... Ой, какая крем бы с ней. Это должна быть вот такая позиция. Ты должна стоять на цыпочках. Поднимись. Вот. Вот. Мы профессионалы, поэтому у нас все получается с первого раза. Я поцелую и делаю... Я тебя не убью, ребят. Вот, короче, делаешь так, а я руками делаю так. И ты подтягиваешь. Сбоку видно, что ты меня в щеку целуешь. Нет, там сбоку на самом деле не будет видно. Ага. Потому что я тебя целую в щеку. Будет ребята, видно, ребята, короче, пишите в комментариях. Психи мы или не психи? Ну, это во-первых. А, пожалуйста, пишите в комментариях, если было видно, что Алексей меня в щеку целовал, и не похоже это на настоящий поцелуй. А, и, кстати, пишите в комментариях, хотели ли вы, чтобы мы по-настоящему поцеловались. Я прям сейчас злого закрылся, если честно. От такого страстного поцелуя. Лиза, ты не хочешь выйти за меня замуж? Конечно, хочу, Алексей. А если я тебе предложу руку и сердце? Ты выйдешь на меня замуж? Ну, я что-то слышала, что у тебя есть Майбах. А, нет, если честно, у меня Майбаха нет, к сожалению. Ну, тогда нет. Нет, в смысле нет или нет, это ты подумаешь? Нет, ну, тогда точно нет. Если Майбаха у тебя нет, то... Блин, ну, Майбаха у меня нет, может быть, у меня что-то получше есть. Может быть, у меня хорошая душа открытая. Не интересует. Понятно, тебя интересуют, короче, деньги. Только деньги. Тебя интересует маникюр, педикюр. Если у вас есть деньги, блин, пишите, пожалуйста, в комментариях. Да, я выучил текст, я его просто всю ночь учил. А Алекс Малянов, скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Опять ты взялся за свой кубик Рубика. Да, может быть, когда-нибудь настанет день, когда я его соберу. Я думаю, что стоит начать уже прямо сейчас. Я прочитаю тебе все что угодно. Я даже могу прочитать... Отче наш. Слушай, отче наш. Аминь. Слушай, я написал песню. Я написал песню, и я хочу отдать ее Юле. Как ты думаешь, она напишет для нее музыку? Ребята, у меня был ночной порыв. Не смысле ночной порыв. Песня про любовь. Как один парень любит девушку. Ну и что там за любовь была? Там, в общем, была любовь. Любовь, морковь, все дела. И я уже придумал клип. Я бы хотел тебя пригласить в этот клип. На съемку клипа? О боже, да. Но если мы там будем исполнять с тобой актерский поцелуй, то я только за. Блин, все, я уже просто расстроил. Замечательно. Ты снимешь ее на клипе? Конечно, сниму. Видимо, так. Нет, это точно не оттуда. Не, будет спокойнее. Не, будет спокойнее жить. И снова попытки с тебя. Алексей, мне кажется, ты ничего не выучишь. Что мне сделать? Купить тебе букет из 50 роз, чтобы ты меня не выгнал? Из 50 покойникам дарят. В смысле? Четное число. А сколько дарят? Я вообще забыл последний раз, когда покупал. Я должна, я помню. Да, следующий твой. Просишь меня не Миша. Просишь. Я забыл, мне надо, ладно. Знаешь ли ты такой лайфхак, когда ты забыл текст? Да, когда я забываю текст, я просто пою что-то от себя. Нет, это плохая идея. Ты даешь зал микрофон, короче... Да, типа... слушай, я не слышу ваши... Что там обычно да, говорят? Да. Вопли. Нет, типа... Да, да, я запомню этот лайфхак, хорошо. Отлично. Можно мне прощаться? Конечно, тебе можно все что угодно. Ты мой учитель. Ты даже можешь просто разбить этот телефон, который стоит как этот микро. А микро стоит как этот фортепиано. А этот фортепиано стоит как эта колонка. Ладно. Стоит одинаково. Мы в магазине Фикс Прайс.
Ладно. 150 рублей. У нас здесь, напоминаю, космические технологии. Илон Маск уже звонит и спрашивает, как мы это делаем. Просто Лиза, всей... пытайся. Я, ребята. Лиза, давай, пытайся. Опа, получилось. Включай свое караоке. Сейчас, подожди. На, возьми микро. Не отпускай. Второй. Давай, подключай. Хоть что-нибудь воткни. Сразу. Слушай, давай эту штуку, может быть, да, выкинь ее в окно. Да, конечно, выкинь все в окно. Миллионер же. Но он вновь пропадет, это Кейо. Я не слышу! Ребята, подбивайте! С прошлой съемки прихожу домой, и вся моя одежда пахнет твоими духами. Что же сказала твоя жена, Леша? У меня нет жены. Я живу один. Это не зло, Леша. Ну, как я... Стоп! Ты не по сценарию говоришь, Лиза! У нас в сценарии было прописано не то. Ты должна была сказать, это подарил мой бывший бойфренд. Просто мне просто дело в том, что это неправда. Ты сама купила? Да, конечно. Ну вот видишь, блин, короче, мы это тоже говорили на монтаже. Я же куплю тебе билет в кино. Блин, да, кстати, спасибо большое за билет. Я уже купила. А ты мне уже купила? Да, я уже купила. Я должен был какое-то уведомление получить, смс-ку там, не знаю, что-то. Я тебе выдам бумажку. Хорошо, ладно, надеюсь, это будет не туалетная бумажка. Нет. Аромат моя ровно клею, но он вновь пропадет, это клею. Видимо, так мне будет спокойнее жить. Моя мысленная дня и соло. Все, что я один, это соло. My life, my repeat, but the slow-mo. И пьяный минор, и не со мной. Неплохо это может быть и лучше, конечно. Это типа нормально. Типа нормально, да? В десибальной системе ты меня не выгонишь, надеюсь. Не, ну где-то на 4 с ним. Во мне есть надежда хотя бы? Надежда, да. Хорошо, ладно. Мы делаем адлибы. Давай, ты обещала, кстати, сделать адлибы. Да, давай. Мы все делаем правильно. Все, конечно, все делаем правильно. Отлично, все по тексту. Мы вообще молодцы. Смотри. Давай, куда? На цепь твою золотую? Надо бетон. Русалка на весах. А ты знаешь, что такое глиба? Подожди. Нет. Ну, я на бря. Да. Не-не-не-не, это битбокс. Это всякие... Подпевочки. Ну, хорошо, ты можешь мне подзатыльник сделать, дать, и я буду не против. Ладно, все, у нас тут... Следующая серия. Поставить. Давай. Ну, ты можешь петь сейчас? Я с удовольствием, я могу петь сейчас просто до бесконечности. Я вообще просто пивом. Микроволн? Да, мозга и костей. Аромат моего родителя. Но вновь пропадет, это Кейо. Аромат моего родителя. Но вновь пропадет, это Кейо. Мои мысли на дне, не соло. Йоу. Ты один, это соло. Йоу. Делай разные звуки. Просто... Я просто никогда не... Лиза, ну ты чего делаешь? Какого, блин, так долго? У меня никогда не было просто айфона, очень сложно. Да, это у нас айфон новая модель. У меня кнопочный телефон просто. Окей, такой, знаете, с кругом домашний, да. Вот. На наше с тобой исполнение. Да, что, да, на двойное. На двойное, хорошо. На двойное. На двойное, ладно. Ну, на двойное, так на двойное. Ну, двойное, видите, как он легко соглашается. Подловила. Лиза, ты уменьшила яркость. Ну что я ты делаешь? Я не умею обращаться. Лиза, дорогие, Лиза. Как вернуть? Лиза, до свидания. Как вернуть? Давай сам. Слушай, давай блин, сам. Я не знаю, тут ты что-то тут нажимаешь прямо налево, направо. Я что-то нажала и все исчезло. Видимо, так мне будет спокойнее жить. Море не со мной. Ой, а мои мысли на дне, а не соло. Все, что я
Елизавета Ивановна. А ты Алексей Анатольевич. Я думаю, у нас точно Кроха Шаляпин, Анна Калашникова. Лучи свои отливы. Хорошо? Хорошо. И все еще с ритмом проблемы. Согласен. Вот, и не забывай текст больше. Я забыл, я не знаю, почему так происходит. Вот я сижу, учу дома, прихожу сюда, и бац, я забываю. Да, это бывает. Возможно, у Алёха так вам встретиться с вами, дорогие. Ребята, подписывайтесь на наш инстаграм, да. Лиза, мой, все они будут здесь в описании, в конце, внизу, сверху, снизу. Внизу, со всех сторон. Пишите комменты, если мы где-то неправы, и подумайте насчет поцелуя, если вы хотите это увидеть, пишите в комментариях. Да, пишите, все, счастливо. Ребятки, всем пока, стой. Я хотя бы на самом деле сидит, я запишу, все хорошо. Обалденно, Лиза, запись идет.